Мы с Занозой Вонзиловной завели замечательную тетрадь, в которой мы записываем всех бездельников и лицарей. В страну невыученных уроков попали юные зрители в Международный день защиты детей. Кукольный спектакль с таким названием показал театр «Светлячок» на сцене Дворца ветеранов. Я пришла с сыном. Сына моего зовут Али, ему 8 лет. Спасибо огромное, что нас пригласили сюда. Мы сюда попали с приглашения «Центр семьи». Спасибо огромное. Моему ребенку очень нравится здесь быть. Мы здесь всегда приходим на представления. Очень часто здесь очень красивые представления. Дворец ветеранов круглый год устраивает для детей с ограниченными возможностями здоровья утренники на главные праздники страны. Каждая такая встреча тематическая. И Международный день защиты детей не исключение. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – создать настроение, соответствующее и детям, и родителям. Смысл в чем? Что в стране невыученных уроков, да, есть такая страна, но лучше в ней не жить и лучше в нее не попадать. Заниматься, стараться, учить, быть внимательным, помогать родителям. Всероссийское общество инвалидов для своих подопечных приготовило подарки – продуктовые наборы от местных производителей. Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова такая поддержка с каждым годом становится все более ощутимее. А в людях сейчас больше пробуждается чувство сочувствия, понимание проблем и даже желание помочь в их решении. То есть это очень важно человеческое доброе отношение к детям, а к таким детям особенно. Получили подарки и поздравления с Днем защиты детей и те инвалиды, которые по состоянию здоровья не смогли приехать во Дворец ветеранов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.